Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 26 сентября. В этот день, в 1849 году, в Рязани, в семье приходского священника, родился Иван Петрович Павлов. Русский и советский ученый, физиолог, вивисектор, создатель науки о высшей нервной деятельности, физиологической школы, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1904 года за работу по физиологии пищеварения, академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук, действительный статский советник. Иван Петрович Павлов жил и работал в Санкт-Петербурге с 1870 года по 1936 год.